В Актау стартовала 27-я парусная регата. Первый этап соревнований – треугольная дистанция протяженностью в 4 мили. В регате принимают участие 8 экипажей, 7 яхт и 1 катамаран. По словам организаторов, гонка направлена на развитие парусного спорта и туризма в регионе. Предыдущие соревнования проходили с участием спортсменов из России и Азербайджана. Однако в этот раз они не смогли прибыть в Актау. Вообще гонка посвящена кругосветчику знаменитому Евгению Гвоздеву. Сейчас бы было ему 90 лет, он в третьей кругосветной своей регате погиб возле Италии. Ну, как бы он жил сам в Махачкале, но для себя местом приписки он считал всегда Актау. И все свои выходы, вот эти в дальние плавания, осуществлял из города Актау.